кухне банкет-холла «Сокол» уже с раннего утра кипит работа, ждут клиентов на бизнес-ланч. В прошлом выпускники училища, сегодня профессиональные повара, буквально на лету готовят гастрономические шедевры. Попасть в когорту лучших кулинаров, говорят они, путь не из легких. Но шанс получить работу в ведущих ресторанах города есть. Будущих поваров оценят на кулинарном ринге уже в эту субботу. Наше мероприятие направлено на популяризацию рабочей профессии. В данном случае работа кулинара. В ходе этого мероприятия мы хотим оценить то, как готовятся наши выпускники будущие к выходу в жизнь. Непосредственно оценить то, чему их учат в их профессиональных училищах. Современный клиент очень требователен к меню, заявляет один из организаторов конкурса Андрей Кера. Владелец сети ресторанов уверен, нынешние кулинары Зауралья не уступают в профессионализме зарубежным коллегам. Востребованность в новых мастерах актуальна всегда. Главным призом конкурса станет трудоустройство. Мне очень приятно, допустим, слышать, когда люди приезжают из Европы, из Италии или там, из Франции, из Германии, и говорят, мы там мечтали о том, потому что куда ни зайдешь, пища вроде бы съедобная, но у вас лучше. Мы воспитали, так скажем, немало хороших поваров, которые, кстати, трудятся не только у нас в наших ресторанах, но и в конкурирующих организациях. Год назад подобный конкурс проходил в Тюмени. Организаторы шоу предприятия «Велес» свели на одной сцене 5 команд. Юные кулинары из одинаковых продуктовых наборов сумели приготовить по 3 блюда. Для выпускников училищ Кургана и Шадринска участие в подобном конкурсе – дебют. На глазах у зрителей им предстоит создать салат, мясную нарезку и одно яство на свободную тему. Это своеобразное состязание, где наши будущие кулинары могут помериться силами друг с другом. А пока будущие гастрономы будут орудовать ножами и терками, зрители ждут конкурсы, призы и подарки от организаторов. В этот день в Гиперсити будет жарко, как на настоящей кухне. Это действительно, ну, единственное в своем роде беспрецедентное шоу, которое организовано в городе Кургане впервые двумя такими гигантами, как мясокомбинат «Велес» и сеть ресторанов «Киро», ну, лично с рестораном «Сокол». Я думаю, что те, кто пропустит это мероприятие, у них на одно событие в жизни будет меньше. Ирина Марфицына, Ян Мосин, телекомпания «Регион 45».